Привет, Серега. В общем, я приехал смотреть вот эту вот красавицу. Сейчас пойду к менеджеру и сделаем более детальный осмотр. Пока солнышко не село, я сначала сниму крошку внешне, а потом пойду уже осматривать. Слушай, ну выглядит вообще огонь просто. Ошибок нету. Пробег 37 тысяч. Ничего не стучит, все огонь. Черный вот такой вот потолок, тканевый, матерчатый. Магнитола. Подогрев попы у нас есть, вентиляция попы. Вот пробег 37 тысяч, но она не выглядит на 37. Она как новая. В общем, вот так вот она выглядит. Так, в общем, Ford Mustang, нету, не было акцидентов, ничего такого. Один был владелец. Maintenance было на 9 тысячах, потом на 18, на 20, на 27, на 30. И до 17 первый раз обращение было в 9 и в 226. В общем, за машиной следили хорошо, поэтому она так хорошо сохранилась. Запаски нету, комплекта ключей будет 2. Thank you. Серег, в общем, мы сейчас сделаем драйв-тест. Сейчас он номер прикрыл. Так что, Серег, жди видос. Когда крутишь рулем, поворачивается разметка. Очень крутая камера. No additional cost, no. А, окей. It's all included. It's all included, yeah, because we're not charging the tax. We're not doing a plate. So I don't believe that we do have a typically $141 documentation fee, but I don't know if we're going to charge that since we're not doing anything else. Ah, thank you, okay. Yeah, okay. I have to check on that. I have to verify that okay. though. Okay, thank you very much. В общем, машинка провожает меня домой. Давали за 21 тысячу и решили согласиться уступить за 16 500, потому что она 2 месяца стоит и ни одного звонка не было.